Дамы и господа, здравствуйте. Бантос Илья Георгиевич. Искать в чем-то смысл, работать, бросать курить. И все это сидя по горло в зудящем завтра. А 300 затяжек спустя вспоминать на завтрак, как солнце распяли фанатики, фонари. И ночь наступила ни с флангов, ни как колосс. По глупости, как по приказу, опять награбли. Увязнув в последствиях ежевечерней травли вдоль трасс, посидевших до левых своих полос. И так же нелепо закончилось, промолчав, до самого нового солнца, всегда чужого, меня провожая лишь взглядом своим тяжелым, как прочих, кто выдержал голову на плечах. Спасибо.